вами Леонид Бугаев. Добро пожаловать в Max Effect, максимальная эффективность. У меня на столе лежат те ресурсы, которые я использую каждый день. Это в первую очередь время, это деньги, которые действительно нужны в нашей постоянной работе, контакты моих клиентов, моих заказчиков, которые я храню в телефоне, энергия, которую я показываю в формате свежевыжатого арбузного сока, который я стараюсь находить где бы то ни было, где бы я ни жил. Сегодняшний урок невероятно тяжел для меня. С одной стороны, осень, прекрасная пора, золотые деревья, которые напоминают о том, что вот-вот скоро будет бабье лето. А с другой стороны, мы с вами вошли в самый тяжелый режим, в котором вам приходится работать уже на повышенных оборотах. И вы похожи на пикирующий бомбардировщик, который летит, цепляя своими крыльями те елки, которые уже вот-вот готовы вцепиться в ваши красивые колеса и уронить вас, разбить вашу прекрасную машину. Вот такая аналогия приходит мне в тот момент, когда я представляю себе сложные времена. Мы с вами сейчас действительно живем в сложные времена, когда в ежедневной деловой работе вот за эти смешные бумажные фантики мы тратим огромное количество времени. И Max Effect — это та последовательная пошаговая система, которая позволяет вам найти эти ресурсы, инвестировать свое время, добежать до финишной черты и получить результат. Подтянуться, отдышаться и начать это движение к новым высотам, снова и снова повторяя эти движения. Этот путь я прохожу уже который сезон. Относительно недавно мы с женой купили билеты на нашу зимовку, традиционный уже, по-моему, 5-й сезон, в двухмесячное путешествие в Таиланд на остров Ко Панган. В этот раз это было в два раза сложнее, потому что билеты, которые мы покупали на авиакомпании Аэрофлот, стоят в два раза дороже. В этот момент получается, что те цели, которые я ставил сам себе, находятся в два раза дальше. Они отошли на расстояние, которое видно еле-еле в горизонте. Каким образом вы можете найти энергию, силы и получить тот успех, который вам нужен? Я хочу показать вам тетрадку, которая показывает для меня, что необходимо сделать и какие действия нужно предпринимать каждый день. Забудьте те идеи, которые вы могли увидеть в видеороликах. Представьте себе автомобиль Ferrari. Да, конечно, я могу себе поставить логотип с прекрасным красным конем на десктоп, но мне от этого, честно говоря, не улучшится настроение. Я буду каждый день смотреть на него и думать, блин, опять необходимо заработать дополнительное количество денег, которые в долларах стали еще более недоступными. Так вот, результат, который вы можете получить, это то, с чем вы вечером садитесь и говорите сами себе. Вот это я выполнил, вот это я выполнил. И видеоролик Max Effect, максимальная эффективность, тоже записан, тоже опубликован. И вы его сейчас смотрите, значит, я достиг своего результата. Каким образом достигать результата каждый день и зарабатывать те самые деньги, о которых мы сегодня говорим? Кризисное время подразумевает в первую очередь фокус на достижениях финансовых. Самое главное – достижения экономические, финансовые. И ваша способность зарабатывать деньги пока, скорее всего, не такая идеальная, как вы бы хотели. Каким образом вы можете изменить эту ситуацию? В первую очередь я могу порекомендовать вам обратить внимание на Max Effect, максимальную эффективность, на тот курс, который стартует очень скоро. Для меня еще одна медаль, которая будет висеть у меня на стене славы, у меня за спиной, будет третьей медалью, третьим марафоном. Для меня это не просто галочка о выполненном каком-то ежедневном деле. Это результат 5 месяцев подготовки. Каждое дело, которое вы сейчас создаете в своей жизни, становится больше. По времени оно требует больше ресурсов, оно требует больше подготовительных работ. И именно поэтому мы называем эту программу Max Effect, Max Effect Марафон. Марафонская дистанция для достижения финансовой свободы, для достижения мобильности, для достижения тех идей, о которых вы пока только мечтаете. Но я уверен, при должном внимании вы можете достичь этих высот. Просто потому, что я очень хочу сделать так, чтобы вы этих высот достигли. И те результаты, которые я вижу у Владимира Бероева, у Дмитрия Денисова, у Елены Войтенко, у тех ребят, которые прошли максимальную эффективность 2, 3 и уже даже 4 года назад, вселяют в меня уверенность. Вы достойны большего. Вы можете этого достичь, вы можете сделать так, чтобы в вашей жизни появились новые уровни свободы, новые уровни мобильности. И моя задача сделать так, чтобы вы поставили себе цели, прекратили мечтать и начали последовательное движение к достижению этих целей.
Каким образом вы можете это сделать? Зайдите на сайт soma.ru, прочитайте условия, которые описаны на этой странице, примите решение и записывайтесь в наш курс. Я буду рад вам помочь. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх и увидимся на первом уроке.